В ауле Эрсакон прошло торжественное мероприятие в честь открытия мемориальной доски заслуженному врачу Российской Федерации Лидии Хаджимусовой. Собрались члены правительства, общественных организаций республики, а также родные и близкие доктора. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Подробности у Альбины Курачиновой-Кенжевой. О профессиональных и душевных качествах Лидии Хаджимусовой можно говорить бесконечно. На памятном митинге собрались те, кто когда-то был тесно связан с доктором от Бога. В Эрсаконе Лидия Михайловна проработала свыше 50 лет в участковой больнице. Сначала была врачом-гинекологом, затем 34 года возглавляла это медицинское учреждение. Последние годы своей жизни трудилась врачом-терапевтом. За эти 5 десятков лет она внесла теплоту, уют, сплотила коллектив. А еще Лидия Михайловна постоянно обучалась, принимала участие в различных конференциях и семинарах. Более полувека она отдала служению, именно не работе, а служению здравоохранения. Да я думаю, не сотни, тысячи жизней, которые она спасла, которым подарила здоровье, прошли через ее руки. Доктор от Бога, поэтому вот все, что она делала от души, и поэтому у нее все хорошо получалось. Вот это что касается ее профессиональных качеств. Но мне повезло в жизни, потому что в 98 году мы с ними породнились. Вот один из сыновей Лидии Михайловны, Руслан, стал нашим зятем. Моя любимая дочь Мадина вышла за него замуж. И с тех пор еще ближе познакомились, еще роднее стали. Лидия Михайловна вместе со своим супругом Умаром Хаджимусовым воспитали 4 детей. Сыновья Аслан, Руслан и Марат работают в силовых структурах. Дочь Тамара пошла по стопам матери, стала врачом и признается, что не видела для себя другого пути. Тамара Умаровна трудится заведующей отделением офтальмологии Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы. Видя, как мама работает, как пациенты к ней относятся, с каким настроем они покидают больницу, уже выздоровевшие, с приподнятым настроением от лечения мамы. Право открыть мемориальную доску Лидии Хаджимусовой было предоставлено заместителю председателя правительства Джанибеку Суюнову и дочери Тамаре Хаджимусовой. Затем присутствующие возложили цветы к мемориальной доске памяти Лидии Михайловны Хаджимусовой. Альбина Курачинова-Кенжева, Белла Мамхиагова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.